В экспозиции музея «Симбирская классическая гимназия» можно посмотреть, как выглядел ученический класс в XIX веке. Внимание привлекают гимназические парты. Удобные парты для учебных заведений разработал еще в 1879 году ученый-офтальмолог и гигиенист Федор Эрисман. Парты и его конструкции соответствовали росту учеников и обеспечивали правильную посадку. Столешница закреплена под наклоном, спинка скамьи прямая, поддерживающая поясницу. Но парты Эрисмана были одноместные. В 1887 году Петр Коротков, учитель из брусняцкой школы, предложил свой вариант парт. Он соединил их попарно, добавил полочку для книг под столешницей, крючки для портфелей, выемки для карандашей и чернильниц.